Телерадиокомпания «Могилёв» вернулась из Москвы с узнагородой. Наша команда стала лауреатом 10-го конкурса «Город у люстерку СМИ-2021», что проводила Международная ассамблея столиц и буйных городов СНД. Удельниками конкурса были газеты, телеканалы, информационные порталы из разных кутков Союза незалежных держав. Сярод лауреатов конкурса сродки массовой информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Дагестана, Башкортостана и Республики Молдова. Наша телерадиокомпания «Могилёв» стала одной переможцей профессийного конкурса с Беларуси. Одразу три сюжета самой популярной программы про Могилёв «Встретимся у звездочета», что выходит на телеканале «Беларусь-4 Могилёв», отримали высокую отзнаку журы конкурса, у складе якого не только представники Международной ассамблеи столиц и буйных городов СНД, а так само члены Союза журналистов России и Подмосковья. Подчас урочистой церемонии узнагороджвания шеф-редактору программы уручили диплом первой ступени у номинации «Разумный город, безопасный город». И это высокая профессийная ознака якости информационного продукта, что створяет наша команда. Не столько важна победа телерадиокомпании «Могилёв» в международном конкурсе, хотя это, безусловно, приятно, но, наверное, гораздо важнее то, что в очередной раз имя Могилёва, нашего любимого города, прозвучало в таком престижном представительстве, потому что мы все знаем, что Могилёв – это город с богатейшей историей. И эту историю нужно знать, ей нужно гордиться. Могилевчане должны любить свой город. Пускай он процветает, пускай он живет, ну а мы в программе «Встретимся у звездочета» будем рассказывать про него снова и снова. Не ради награды, а ради того, чтобы город звучал.